Здравствуйте, коллеги. Продолжаем наше занятие по бумажной практике. Меня часто спрашивают, а что делать, Александр Васильевич, если у нас соединение двух картин снизу и одной картины сверху. То есть ситуация выглядит так, что у нас снизу две картины, мы подготовили уже две картины, вот выглядит это так, вот нам надо их соединить, но вот здесь мы можем поставить гребень, организовать как-то. И нам надо соединить еще вот с картиной сверху. То есть вот нам надо соединить две картины сверху. То есть у нас фактически вот этот узел получается, вот этот узел, как его оформлять. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится вспомнить, как мы делали коньковый гребень. Но коньковый гребень, когда мы делали, то, конечно, там много сложностей. А как сделать, чтобы было проще? Как сделать ослабление фальцев, когда у нас соединение картин? Исполнение. Для этого мы используем шаблон, который я подготовил. Вот он выглядит так. То есть у нас Т-исполнение и верхняя часть. Это когда у нас две картины сверху, одна снизу. А нижняя часть – это когда у нас одна картина сверху, а две снизу. Таким образом, я вам сейчас расскажу, как изготавливать в таких случаях этот узел. Для начала мы подготовим наши две картины, которые нам нужно подготовить для того, чтобы нам организовать соединение в Т-исполнение. Вот перед нами две картины. Значит, для того, чтобы нам организовать Т-исполнение, мы прикладываем наш шаблон к нашей картине, и для того, чтобы нам совершать меньше действий, вот как мы его соединяем, шаблон наш с картиной, вот соединяем вот здесь. То есть нам нужно найти две точки. Совмещаем наш шаблон с картиной. Какие нам нужно найти две точки, по которой мы будем... Первая точка – это внизу. Так, немножечко отступим. Вот первая точка – это 30. Значит, у нас 25 и 10. 10 – это у нас Г, палец будет. 25 – это высота нашего гребня. И вторую точку мы находим. То есть она будет... Вот здесь. То есть фактически там... Там, где у нас кромка 45 миллиметров, мы откладываем
35 внизу и точка у нас сверху. То есть у нас получается вот такой вот треугольник. Мы его чертим, то есть нашли нижнюю точку и верхнюю точку. Далее мы прикладываем наш шаблон к левой стороне. И делаем то же самое, то есть прикладываем, совмещаем. Находим две точки, по которым мы будем проводить линию. Это первая точка, это 35, это расстояние от верхней точки до нижней, 35. То есть это наш нижняя наша кромка. И здесь мы тоже откладываем вторую точку. Это расстояние у нас тоже 35 миллиметров. И теперь мы эти две точки соединяем, проводим линию. Таким образом, мы подготовили первую картину. Подрезаем найденные точки и проведенные линии. Таким образом, мы подготовили правую сторону, сделали ослабление фальца справа. Теперь делаем ослабление фальца слева. То есть мы проводим по нашей линии, которую мы нашли слева. Теперь мы проверяем, все ли мы сделали правильно. Для этого у нас есть наш чертеж, в котором здесь все понятно и четко. И вот если мы приложим к этому нашему чертежу, то мы увидим, что мы все сделали правильно. Прикладываем справа и прикладываем слева. То есть мы все сделали правильно. Таким же образом мы подготавливаем нашу вторую картину. То есть у нас кромка 9 миллиметров, это Г-фальца. Здесь у нас высота нашего 25 миллиметров, получается 35. Таким образом, мы подготовили две картины. И нам нужно соединить их теперь в гребень, который у нас будет посередине. Соединяем гребень, который у нас посередине. Таким образом. И теперь мы заваливаем наш гребень и получаем вот такую вот структуру. То есть мы видим, что мы подготовили нижнюю часть, у нас две картины соединены. Здесь у нас имеется Г-фальц. И нам теперь остается верхняя картина. Верхняя картина соединить с верхней картиной, которая у нас тоже подготовлена. У нас наш профиль. То есть здесь у нас картина полностью стандартная, типичная. Вот. И, соответственно, мы соединяем три картины. Соединяем три картины. Самое главное, что
в этом случае у нас правильно сделано ослабление на заваленном вот этом гребне. И, соответственно, когда мы подготовили вот таким образом, соединили три картины, вот для того, чтобы здесь бумага не отскакивала, мы немножко прижмем скрепкой. И что мы получаем? Вот, наверное, вы часто наблюдали, когда нужно соединить двойной палец лежачий. Но это фактически двойной стоячий фальц, который завален. То есть таким образом заваливается этот фальц, он немножко из-за того, что он топорщится немножко в этом месте, его не до конца заваливает, но зато оставляет вот такие вот расстояния для того, чтобы вода могла стекать. Наверное, замечали такие вот. Вот таким образом у нас имеется Т-соединение, то есть вот у нас буква Т получается, вот верхняя часть и нижняя часть Т-соединения. Т-соединение, когда у нас одна картина сверху и две снизу. Вот очень легко запоминается. Очень легко справа и слева делается ослабление. Как соединить картины, три картины, когда у нас, например, ситуация немножко другая. У нас картины, которые нам соединить надо, у нас две картины сверху. У нас две картины сверху. И нам нужно соединить эти две картины с картиной, которая внизу. То есть три картины. Первая картина справа, вторая картина слева и одна картина снизу. Вот нам надо их соединить. Для этого мы используем наш шаблон, который нам будет здорово помогать, и подготавливаем наши картины. Для того, чтобы подготовить картину, которые у нас сверху, мы прикладываем наш шаблон, соединяем две точки с правой стороны, находим их, совмещаем нашу линию. Вот у нас будет первая точка, это будет у нас вторая точка. И это расстояние, которое мы откладываем, оно точно такое же, 35 миллиметров. И проводим теперь линию. То есть вот эту часть, вот эта часть, она заштрихованная, как правило, нам надо по этой линии отрезать. Теперь приступаем к левой стороне. Там, где у нас наш гребень, наша кромка 35 миллиметров. И то же самое прикладываем наш шаблон. И первая точка это сверху слева, и вторая точка это снизу. То есть, если мы посмотрим, на какую мы высоту
Вот эта высота у нас равняется 25 миллиметров. Вот она. 25 миллиметров. Мы это делаем теперь так же, как мы сделали справа, делаем теперь слева. Соединяем линии. Соединяем линии. И вот эту часть, которую мы отмерили, вот она, мы ее, штриховную часть, мы ее подрезаем. Таким образом мы подготавливаем первую картину. Понимаем, что две картины, которые у нас сверху, это картины, которые у нас будут образовывать P-фальц, который у нас будет проходить горизонтально. Подготовили таким образом картину. Вот она выглядит вот так. Теперь проверяем по нашей выкройке, которая у нас подготовлена и всегда при нас, пока мы обучаемся. Так, и проверяем, все ли мы сделали правильно. Прикладываем нашу картину, да, все совпало, все правильно. И теперь с левой стороны прикладываем, с левой стороны. Все прекрасно, все совпало. То есть мы подготавливаем, у нас верхние две картины, они представляют из себя расстояние вот это вот 45. Здесь у нас соединение вот P-фальц 9 и 11. Кромки P-фальца 9 и 11. Все, теперь мы подготавливаем две картины, которые мы будем сопрягать с картинами, которые у нас будут. Две картины сверху и одна картина внизу. Вот так они выглядят. Две картины, когда мы их подготовили, отогнули все кромки. Вот они. Вот так вот выглядят. Сейчас я их немножко расправлю, чтобы было понятно. То есть, после того, как мы сделали ослабление пальца, вот у нас первая картина готовленная. Вот у нас вторая картина. Мы готовим ее точно так же. Вот они, одинаковые. Две картины, вот они совершенно одинаковые. Соответственно, мы теперь формируем то, что у нас, наш гребень, который у нас идет по ходу свеса. Вот он у нас. Приготовили его. Теперь мы все, если сделали правильно, у нас все вот это должны вот эти линии P-фальца совпадать. Вот эти линии совпадать. И мы его заваливаем. Заваливаем. Вот. Подготавливаем здесь, отгибаем. Поднимаем наш 45 миллиметров кромку. И теперь нам надо ее соединить с картиной, которая у нас внизу. Вот она, картина, которая у нас внизу. И мы соединяем, вот у нас картина, которая внизу, вот у нас мы подготовили, вот это у нас P-фальц, у нас картина одна, вот она. И теперь мы ее соединяем с двумя картинами, которые мы подготовили уже и правильно сделали ослабление пальца справа и слева на картине. Соответственно, мы отгибаем ее, применяем скрепку, чтобы у нас бумага она тяжает, скакивает. Вот таким образом мы заваливаем наш, гребень. Получается у нас двойной лежачий пальц. Соединение двух картин
которая сверху, и картина, которая снизу. Т-соединение. Т-соединение картин, Т-исполнение, когда у нас две картины сверху, справа и слева, и одна картина у нас снизу.